В дружной семье большой телевизор. Курганские полицейские приехали с подарками к ребятам Веденского детского дома, чтобы поздравить их с 15-летним юбилеем. Шефство над воспитанниками государственных детских домов, социальных приютов и реабилитационных центров области стражи правопорядка взяли в июле этого года. За каждым учреждением закрепили по несколько подразделений. Под шефными отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних стали ребята из Веденского детского дома. Здесь живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей со всей области. Ребята живут семьями. Для одной из них полицейские привезли большой плазменный телевизор. Ребята, в свою очередь, приготовили для гостей праздничный концерт.